немножко как бы был страх молиться за неверующих людей. Я у Господа просила: Господи, убери этот страх. И буквально вот на той неделе, на позапрошлой неделе начала на работе молиться. И мне до того было приятно, когда люди сказали, что да, боли ушли в суставах, в плечах. Мужчины-водители, у них надорванные руки, потому что тяжело грузовики водить. Я стала за них просто молиться. Им пришло облегчение. А самое такое свидетельство за женщину, я помолилась. У нее была такая проблема. Кровь, клапан как-то в сердце неправильно работал, и кровь в обратную сторону. Я не знаю, что это такое, но, в общем, когда она спала, она боялась не проснуться, потому что кровь неправильно у нее шла. Она не в одну сторону, а в другую почему-то шла. Давление больше. Я не знаю этих проблем. В общем, я за нее помолилась. А потом я ее буквально в субботу на базаре встретила и спросила, как ты себя чувствуешь. Она говорит: у тебя второй день, сплю спокойно. Я еще раз за нее помолилась. Просто даже не спрашивая, как вот Алексей говорит, просто взяла ее за руку и сказала: Иисус тебя исцеляет, Он тебя любит. И все. И пошла. То есть вот это настолько просто оказывается, потому что все гениальное просто. Иисус наш — это просто гений.